Держите! Я все сделаю! Меня не пронят!
Да помогут мне боги. Я иду к тебе, Айя. Моря спаласте вазма да туда мест. Прочь с дороги, бомбар! Идиоти! Оран булимити механисты релаксы! Серапис. Змей получит свой. Копии всех рукописей. Как же мне найти Айю среди всех этих свитков? О, вакех мено! Ну не сведели, ксиса сморья с параске вазма да туда нести. Все знания мира, лишь протяни руку. Здесь мы можем свободно. Итак, Серапис. И что? Где Ай? А, Серапис. Я написал о нем пасторальную трагикомедию. А. Ты Ваик, да? Айя тебя заждалась. Как она? Быстрее, за мной. Прошу прощения, друг мой, но ты пьян. В библиотеке это недопустимо.
Она прячется. Кто ты? А, любишь поэзию Гак? Прошу сюда. Я брат Аи, Фан. А, да, Фан. Рад встрече с тобой. Расскажи, что с Аи. И почему ты так осторожен? Быстрее! Геннадий. Солдаты вытаскивают людей на улицы и пытают этих несчастных. Теперь наши правители позволяют все. Геннадий? Чудовище. Это Филокит Александрии, и он готов перерыть весь город. Так где Ая? У меня есть могущественный друг, Аполлодор. Ты ведь слышал о нем? Ни разу. Услышишь. В любом случае, это он подготовил убежище для Аи, когда все началось. Что случилось? Ты мне не ответил. Это политические интриги. Потом она тебе все объяснит. Синьоди! Дорогу! Стой! Дорогу! Стоять! О, а это Фан. Думает, что он поэт. Прямо-таки новый Софокл. Вы бы слышали его оду «Любимой козе». Дальше я не пойду. Иди к монументу, там убежище Аи. Туда! Поверь мне. Thank you.
Чего спорить, что-то не надо. Thank you.